А! А! А почему? А! Ты да... Он меня пугает, сука. Так, мы запомнили. В казино два микрофона. А! Да откуда ты вылез, блин, урод? Здравствуйте, друзья. С вами Декарт. И мы вновь возвращаемся в Элвин и Бурундуки Экзе. Три подлюки со своими зубами, щеками и глазами, в общем, на меня смотрят злобно, хотят меня угандошить, расчленить, распотрошить. Мы им не позволим, может быть, а может быть и позволим, скорее всего. Ну, в общем, в этой серии я попытаюсь, ну, как бы что, я попытаюсь, конечно, пройти игру, но я не знаю, насколько у меня это получится, потому что она чертовски сложная. Для начала было бы неплохо хотя бы, знаете, в этой серии, как программа минимум, изучить обстановку, как программа максимум все пройти. Да, в общем, так, Q у нас фонарик, я напоминаю. Бурундук у нас один, значит, бегает за нами постоянно. Тихо! А второй, я как раз хотел сказать, он подходит вплотную, ждет, пока мы вырубим фонарь. Вот, вот. Повезло, на самом деле, очень сильно, что я успел. Так, эта сволочь идет за мной постоянно, я могу его обходить, в принципе, да? Да, вот я его могу обойти, смотрите, и попереться куда-то вообще в другую сторону. Так, стоп, стоп, стоп. Иди отсюда, нахрен. Иди отсюда, ты, рэпер ссаный. Так, все, этот прется за мной, да? Вот, в принципе, если бы дело было только в этих двух обдолбышах, то было бы проще. Но тут еще есть Бурундук Саймон, который рандомно может появиться в любой комнате, в которой бы ты ни находился, и, собственно, тебя нагнуть там, понимаете? Вот в чем проблема. Саймон, это у нас синенький парень. Так, микрофон один из восьми, короче, я собрал. Здорово, Тоби Магуайр, здорово, приятель. Помоги, мне нужен Супермен. Спайдермен мне очень нужен, не повредит, серьезно, в этой ситуации. Сюда нельзя, да? Я надеялся, что я смогу плюхнуться в бассейн, но, видимо... О, вот этот я не подбирал. Так, смотрите-ка. Саймон наставил на меня ствол. Какая обида. Так, ну здесь смотрите, какая ситуация. Сюда сейчас придет Теодор. Теодор, он уже мчится, я уверен, во всех парах. На всех. О, Чунгус, это этот мем иностранный, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я ничего абсолютно. Я вообще без проблем, ты вали отсюда нахер. Так... Блин, не видно ни хера вообще. Так, сейчас поярче сделаем, я просто ничего не вижу. О, вот, кстати, во двор пришел. Во дворе, между прочим, я вам хочу напомнить, тоже есть микрофон. Сейчас три соберем. О, Теодор прется! Теодор прется со своей жирной сракой и жирным пузякой. Так, где-то вот здесь вот, по-моему. Куда-то надо... Тихо-тихо, кто это? Ох, блин! Короче, когда мы слышим рэпера 69, это значит, что Элвин идет. Это значит, что Элвин идет, вырубаем. Рэпер 69 означает, вырубаем фонарь. Все понятно, да? Так, три микрофона из восьми. Теодора сейчас обходим. Между прочим, здесь как комната считается. Нет, я не знаю. Тут может Саймон появиться в этом дворе? Ой. Видали? Качелька! Бушует качелька. Так, тихо. Ладно, я пока буду потихоньку уходить, наверное. Помаленьку будем сваливать отсюда, ребята. Так. О, стоп. Здесь, оказывается... Раз, смотрите, вот тут вот картина была, да? Оу. Тихо. Я не понимаю. Да блин, еще два гондона, прям оттуда прутся ко мне. Ну, сволочи такие, а. А вот здесь вот был микрофон, правильно? Да? И здесь кровь еще. Здесь еще следы крови. Я этого не видел, потому что у меня было очень темно. Монитор был очень темный. Так, ну на монтаже я яркость подправлю, вы это все увидите, я думаю. А я вот в начале серии, получается, как слепой котенок был, да? Так. Ну че, где он? Я его вообще не вижу, я его только слышу. Теодор, наверное, прется где-то сзади, да? По-любому, скотина. Так, ладно, похеру, давай. О, вот здесь вот я уже брал. Здесь я микрофон. Так, это Саймон! Если такой рок играет, то это Саймон. А! Вот я хотел уже за микрофоном лезть. Блин. Тихо. А! А почему? А я, блин, я включил фонарь, потому что PSR тут try again, оказывается, можно было всегда, а я тупил в прошлой серии. Так, ну, по крайней мере, что радует, у нас на нашем фонаре вроде бы, блин, отсюда пойдет Теодор, по идее. У нас, короче, на нашем фонаре вроде бы бесконечный запас. Тихо. Батареек. Что это такое? Кто это? Кто это? Это ваш хозяин, Бурундуки? Ой, блин, это мудила идет. А что у него там? Алло, сарапия, сосия. Что-то, какое-то там испанское сосия у него играет, походу. По сосия испанское играет. Вот здесь вот точно. О, Джексон, здорово. Здорово, Джексон, помоги. Джексон, помоги, серьезно. Я знаю, ты с детьми хорошо управляешься. Они маленькие дети, эти бурундуки. Иди, разберись с ними, как ты умеешь. Так.
Здорово! Отойди, пожалуйста, отсюда нахрен, ублюдок. Спасибо. О, тихо, тихо. Твою мать, меня пугает. Он меня пугает, сука. Меня пугает этот пидорас мелкий. Да невозможно же. Играть-то так. Скотина. У него там романтик играет, понимаете? Один, короче, рэпер, другой рокер, а третий романтик, да? И вот такая вот бравая команда. Что это? А, это это звук из автоматов, это норм все. Это все норм. Так, ладно, один взяли. А, вот здесь вот я, в принципе, бывал. Это у них казино подпольное. Подпольное бурундучье казино, да? Два микрофона. Так, мы запомнили. В казино два микрофона. Да откуда ты вылез, блин, урод? Ну, он задолбал меня. Он постоянно меня, именно он, ловит, понимаете, вот эта мразь, да? И каждый раз я ору, как резанный, пришел, каждый раз страшно. Иди отсюда. Иди отсюда нахрен. Пошел вон. Иди прочь, ты, скотину. Вот же ублюдок, а. Тихо. Вроде что-то там поварнякал на своем рэперском. И пропал. Вроде так. Тихо. Здорово, котик. Не ссы, котик, разберемся. Нормально все будет. Наверное. Когда-нибудь. Так, здесь микрофона нет, да? Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Опять собак, подождите. А, ну да, еще, кстати, вот тут, вот, между прочим, надо микрофон взять сразу же. Вот здесь вот. Оба. Microphone. Видали? Блин. Блин, отовсюду, понимаете? Черт возьми, а. Так, я пошел, наверное. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я не понимаю, куда я иду, блин, вообще. Воу-воу-воу. А-а-а, боже! Наконец-то мой маленький сырный шарик. Сырный шарик свой себе закатай, в очко засунь, ублюдок, блин. Балдежная качеля вот это на самом деле. Качеля экзе, ребят. Понимаете, в этом мире все ЭГЗ. Не только Бурундуки и Элвин, но еще и качеля. Кстати, почему называется Элвин и Бурундуки? Элвин же тоже Бурундук. Или он что, он сверхбурундук? Как есть сверхчеловек, а это сверхбурундук или что? Я просто понять не могу. Так, Майкл, у тебя тут был микрофон, я помню. А, это... Ну да-да, это Джейсон Ли, актер. Он же снимался в этом фильме. Так, тихо-тихо-тихо, тут еще и... Блин, куда? Так-так, а тут один, тут второй, идите вы нахрен! Тихо-тихо-тихо-тихо. Там это мамасита жирная. Жирная сосита мамасита, а ко мне прется. О, слышу хип-хоп. Ну где? Ну где я его слышу, непонятно. Так, о, ну давай. Микрофон. Я пытаюсь прислушаться как могу, но... Не очень выходит. Так, все-все-все, это понятно. Вон сюда вот. Вот сюда вот мы идем, да? Да-да-да, можно даже пока вырубить, в принципе. Сейчас микрофон возьмем. Блин! Что тебе здесь надо, блядь, было? Вот именно в этой маленькой комнатушке. Ты тварь, блядь, ты мразь, ты посмотри на себя. Еще муха какая-то летает. Не муха, мушка, блин, летает, мушка, ты не вовремя. Где ты там, собака? Ой, бурундуки, мушки. Все атаковали меня просто одновременно. Твою мать. Типа он меня сейчас не увидел, ты тупой, что ли? Я, конечно, понимаю, что я без фонаря, но тут вообще светло. Тут как бы достаточно. Ой, а это что такое наверху? Ну ладно, похеру. Так, вот сюда. Микрофон. Да, все. Саймон не появился, слава тебе, Господи. Так, о. Microphone. Бинго. 3 из 8. Тихо, все, я ничего, я вообще ничего, пошел нахер отсюда. Я вообще ничего, иди, говорю, отсюда, нахер. Так. Нету никого, да? Ну, надо включать, потому что мне ничего не видно. Ой, блин, идет оно. Идет оно. Со своим, с этой розочкой, с этой сраной, со своей. Так. Ага. Так. Ой-ой-ой, Саймон. Блин, не понимаю, отовсюду музыка, я не понимаю, кто просто... Вот сюда, может, пока пройдем? Так, что тут у нас? Ни одного микрофона, серьезно, это же музыкальная мать... Студия! Студия музыкальная! Идет, вот паскуда такая, а? Идет за мной. 3 микрофона собрал, если что. Пока обновляю ситуацию, как говорится. Чтобы вы понимали. О, сейчас 4 будет, если ничего не случится. Да, 4. Ой, можно сюда теперь пройти, да? Ух, блин. Фу, блин, я думал, он меня сейчас сожрет нахрен. Я был уверен, он так уверенно ко мне направился. Так, ой, это что еще за рыло? Давай обнимемся, да, ты мой пухнастик, блин. 4 микрофона. Но тут где-то рядом, понимаете ли, орёт вот эта рокерская мразь.
тоже мне возомнила из себя. И мне страшно ходить здесь везде. Я в комнате, чтобы вы понимали. Мразь может появиться в любой момент, в любой... Да, об этом, собственно, я и говорил. Короче, 4 микрофона взял. Так, теперь вышел. Хрен пойми, куда я вышел. Ага, вот, да. Да, вот, собственно, так примерно мы в прошлый раз и действовали. Давайте. Тихо. Где он? Он где-то рядом прям. Не понял. Ой-ой-ой. Да, блин, я не понимаю, они везде просто, эти пушистые пидорасы, везде они все заполонили. Я не знаю, куда мне от них прятаться. Ой-ой-ой. Что-то звуки все более жуткие пошли какие-то. Так, давай сюда. Ой, а что-то он быстро так за мной ходит, нет? Да, блин, да иди ты. Давайте попробуем по-другому. Мне надоело в одни и те же места ходить. Давайте я на этот раз попробую с собаки. Это невозможно тяжелая игра. Она пипец какая сложная. Да, вот видите, вот отсюда стартуют эти два мудофила, блин. Так, давайте попробуем вообще как-то по-рандомному. Вот здесь вот, я ничего не изучал никогда. Вот здесь меня убили, да? Тут что-то есть? Так, игровые автоматы. Да, тут есть. Здрасте. Ты мне не хочешь уйти отсюда нахер, пожалуйста? Умничка. Так, где-то здесь. Во. Я запомнил. Так, вот этот угол. Надо запомнить, что в этом углу, чтобы потом, когда я сюда вернусь, у меня не было конфузов и проблем. И в казино тоже где-то, да? Вот. Микрофон, все. Может, лучше отсюда начинать? Я не знаю. Так. Ой, блин. Где он был, блин? Он что, из игрового автомата вылез? О, я сейчас, смотрите, в какой-то сральник еще зашел. Вот тут самое время, я считаю, погадить от страха. Хочется. Так, Майкл Джексон. Ну я вот здесь вот уже ходил, только я сейчас немного другой дорогой пошел, но в целом я... Тихо. Так, там какой-то System of a Down, по-моему, хреначит наш очкастый. Так, ну все, я вышел, значит, сюда. Да, 4 микрофона. Немного другой дорогой, но в целом все правильно. Чего? Что там шепчет? Что там такое шепчет? Тихо. Все, я ничего. Блин, так. Я какие-то другие звуки посторонние слышу. Раньше не было этого дерьма. 5 микрофонов. Блин. Так. Что за херня криповая происходит? Мне что-то шепчут тут вовсю. Так, этот жирный Энрике Иглесиас ходит за мной, да? Ну я сваливаю пока. Нахрен. Вы это тоже слышите, да, все? Я специально молчу. Я ни хера не понимаю. Но стрёмно. Так. Ага, здорово. Чё рассказывают? Какие-то великие тайны бурундучие мне рассказывают, по-моему. Очень интересно, честное слово. Так. О, шестой. Нихера, я шестой микрофон взял. Прикольно, однако. Ребят, 6 микрофонов из 8. А? Это ли не здорово? Но звуки-то все более жуткие, ребят. Тут все большая дичь происходит. Понимаете? Понимаете, в чем беда? Тихо. Иди нахер от меня. Да. 6 микрофонов. Ну, блин, это было недурно. Это было, блин, мать его, недурно, а? И какие-то жуткие вообще пошли призрачные, какие-то бурундучие, непонятные, витать вокруг меня полтергейсты. Ссаные. Фух, ну чё. Я думаю, неплохо, да? Неплохо продвинулись, неплохо я поизучал игру. На этом мы закончим на сегодня. Если уже выйдет третья серия, то она выйдет только тогда, когда я все пройду. А может быть, сами понимаете, может она и не выйдет. Ну, я надеюсь, что у меня получится. Пока заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.